Из Когалыма в Ханты-Мансийск теперь вновь можно добраться на самолете. Новый авиарейс выполняется 3 раза в неделю на воздушном судне вместимостью 70 человек. Стоимость билета относительно невысокая, свыше более 2000 рублей. Такая цена стала возможной после введения нового порядка субсидирования межмуниципальных авиаперевозок. Насколько востребован маршрут, в материале наших коллег. Антон Рассохин часто бывает в Когалыме по работе. Новый авиамаршрут – это удобно и недорого, делится мужчина. Плюс ко всему, отличная альтернатива поездки на машине в 30-градусные морозы. В воскресенье прилетел, сделал свои дела командировочные, и во вторник уже обратно. То есть удобно и комфортно. А по цене доступно? Да. Даже получается рассматривать, если автомобиль, и то дешевле выходит. Был просто прямой эфир из оперштабов один, где директор департамента дорожного хозяйства сообщал о новых рейсах, которые будут осуществляться в 2021 году. В том числе и была информация про Когалым. Всего 1 час, проведенный в небе, и ты на месте. Тем более, что жители Когалыма часто ездят по работе и делам в столицу региона. Это очень быстро, комфортно. Особенно в зимний период, когда, если рассчитывать, вот мне, например, необходимо решить какие-то вопросы по работе, и, соответственно, 7 часов провести в дороге в одну сторону, 7 часов в другую, то, конечно, такой рейс облегчает намного задачу. Новый пассажирский рейс на воздушном судне типа АТР-72 по маршруту Ханты-Мансийск-Когалым-Ханты-Мансийск организован при личной поддержке губернатора Югры. Отдельно стоит отметить относительно недорогой билет – чуть более 2500. Такая цена стала возможна после введения нового порядка субсидирования межмуниципальных авиаперевозок. Он действует в округе с 1 января 2021 года. Пока авиасообщение с Когалыма в столицу региона и обратно запланировано до 27 марта. Дальнейшая судьба данного рейса, конечно же, зависит от потребностей наших пассажиров. Если спрос будет увеличиваться, то, соответственно, частота рейсов тоже будет пересматриваться в сторону увеличения. По направлению предусмотрено 2 тарифа. Минимум без багажа, оптимум с багажом. Разница в цене всего 100 рублей. Юлиана Сотник, Михаил Суханов. Специально для новостей.